Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня снова видео. В этом видео покажу, как я собирал подарки, получается, в честь Нового года. Всего я собрал 19 подарков, я собираю их на протяжении 3 часов. Это было очень сложно. В этом году подарки реально очень хорошо спрятали, поэтому все 50 штук, мне кажется, будет очень сложно найти. Поэтому, пацаны, я надеюсь, вы поставите лайк за мои старания, потому что, да, я не все подарки собрал, но я считаю, 19 подарков это тоже даже очень неплохо. Поэтому не лайкайте, поставьте лайк и можете также подписаться на канал. Также хотел бы напомнить, чтобы вы не забывали вводить мой промокод. Его можно вводить на любом сервере. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне получите 50 тысяч. На 10 уровне вы получите 100 тысяч. Ну что ж, пацаны, осталось буквально немножко просто до Нового года. Поэтому всех просто с наступающим. Я не знаю, возможно, это даже последнее видео в этом году. Хотя, возможно, завтра, 31 числа, я что-то еще выложу. Но, как бы, это не факт. Поэтому, пацаны, всех заранее с Новым годом. Счастья вам, здоровья. Здоровья вашим близким, чтобы следующий год был очень продуктивный и хороший. И чтобы в следующем году, самое главное, вышло глобальное обновление и было все по кайфу. Все, желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Итак, первый, получается, подарок находится на новогоднем острове возле телепорта, то есть вот вы заходите на новогодний остров, и вы выходите именно через этот вход, получается, и вот здесь как бы есть подарочек. Вы можете его взять. Следующий подарок находится возле входа в санные гонки. Тоже вот здесь за уголком получается, точнее за камнями, находится подарочек, который вы также можете взять. Следующий подарок находится также на острове, на котором проходит ивент, только вот в этом доме на втором этаже получается. Давай сейчас его заберем. Так, вот этот подарочек. В принципе, он находится именно в доме. Также получается в лабиринте тоже есть подарки. Вот, кстати, еще один подарочек. Итак, следующий подарок, получается, находится у нас на Рублевке Южного, в самом конце. То есть, получается, вторая улица на Рублевке. И вот за этим домом, за последним, находится у нас вот здесь подарочек. Итак, следующий подарок находится, получается, в Южном на старых водолазах. Давайте попробуем туда залезть. Так, все, я уже объехал, получается. Вот здесь подарочек находится возле старых водолазов в Южном. Вот сюда нужно залазить, я так понял. Так, опа. И все. О, випочка на 6 дней. Вот это реально годная тема. Вот випка мне бы не помешала. Следующий подарок находится, получается, в Южном. На железной дороге. Точнее, на вот крыше такой железной дороги. Давайте на карте покажу. Вот, получается, идет железная дорога к Анашану. Именно вот здесь находится у нас, получается, вот подарочек. Следующий подарок, получается, у нас находится в Южном. На Юшхиме. Что-то у меня, кстати, панелька залагала немножко. Ну ладно, похер. Вот, получается, подарочек вот здесь находится, на крыше Юшхима. Итак, следующий подарок находится, получается, в Арзамасе, где русская мафия. Вот русская мафия, в принципе, их база. И вот на гараже здесь находится, в принципе, подарок. Следующий подарок находится в Арзамасе, получается, где вокзал. Вот вокзал Арзамаса. И вот, получается, с левой стороны, почти в конце вокзала, находится подарочек. Возле, получается, дерево. Так, следующий подарок находится у нас в Арзамасе, получается, недалеко от моей стошки. Ну, кто не понимает, смотрите. Вот, получается, Рублевка, Арзамаса, и вот здесь за домом находится подарочек, в принципе. Вот именно вот здесь. За такой вот опорой, короче, находится у нас, получается, подарок. Следующий подарок находится в Арзамасе на свалке. Давайте вам на карте покажу. Здесь еще загрузка топлива, и также есть свалка. И вот на свалке за мусором находится подарочек. Следующий подарок находится в Арзамасе на Рублевке. Вот, получается, Рублевка Арзамаса. И здесь за 24/7 находится у нас подарочек. Так, следующий подарок, получается, находится в Арзамасе за старым военкоматом. Кто не поймет, где это находится, вот, смотрите. Вот здесь, короче, Арзамас. И, получается, вот в уголку здесь находится у нас подарочек за этим зданием. Следующий подарок находится в Арзамасе недалеко от спортзала. Даже недалеко от стадиона, вот здесь подарочек находится. Давайте по карте покажу. Вот, получается, стадион. И вот здесь находится у нас подарочек. Вот здесь спортзал недалеко. В принципе, перекресток тоже недалеко. Я думаю, вы сможете найти. Следующий подарок находится в Арзамасе, получается. Ну, грубо говоря, под мостом Арзамаса. Давайте вам покажу. Смотрите, вот, получается, идет Арзамас. Точнее, мост Арзамаса. И вот здесь, получается, на территории какого-то здания находится вот здесь подарочек. Следующий подарок, получается, находится также в Арзамасе. Он находится где особняки. Вот, получается, карта.
Вот здесь вокзал Арзамас, и вот здесь находятся особняки. И вот здесь, получается, находится возле одного из особняков подарочек. Итак, следующий подарок находится, получается, у нас возле Батырева в порту. Вот за этим зданием. Сейчас я вам по карте точно покажу. Хотя, думаю, так понятно. Короче, вот, получается, вы заезжаете в порт, сразу поворачиваете направо, и вот за этим, получается, ангаром находится подарок.